Здравствуйте, дорогие друзья! Это канал «Письма со всего мира». Откроем вот такое вот письмо из Великобритании. Марочка моя. Я уже и знаю, от кого оно пришло. У меня один раз такая марка пришла, да. И, в принципе, она была проштампована, но здесь такая поверхность, когда штамп, он, ну, в принципе, ее не берет. На этой марке видно, что она проштампована, но я попытаюсь все-таки как-то избавиться от этого штампа и, возможно, отправить повторно. Возвращаются, наконец-то, мне марки подводного мира потихонечку. От кого это письмо, я тоже знаю, потому что, ну, марка, да, запомнила. Да, что за... Так говорю, как будто у меня память просто шикарная. Нет, на самом деле не запоминала, а записала в блокнот. Я уже вам говорила по поводу блокнотов. Туда можно писать абсолютно любую информацию. Я пишу, естественно, название актера, когда я отправила, куда я отправила. Иногда даже записываю, с какого сериала этот актер, ну, чтобы сразу это вот вспомнить. Могу даже адрес написать агентства там, или театра, или съемок. Но чаще я пишу театр и съемки. Допустим, вот съемки такие-то я пишу прямо вот в блокноте. Да, потому что потом пригождается, мол, куда ты отправляла, на какие съемки, а порой не вспомнишь, ну, так сразу. А в блокнот посмотришь, и все. Уже знаешь, можешь сказать. Вот, ну и да, и можно, кстати, даже помечать марки какие. Я так и делала, помечала там. Ну, я не писала вот прям как на названии марки, да. У меня там осьминог, там, и морская звездочка, вот так вот. Ладно, давайте все-таки откроем, посмотрим, что же там нам прислала. Слушайте... Вот о чем я и говорю. Вот эти конверты бывают попадаются, что очень сильно заклеены, а бывает, что вообще открывается, ну, прям с первого раза. Текс. Так. Ничего ж себе написала. Так. Но она ручкой написала, тут не совсем видно. Так, ладно, давайте. Актрису зовут Салли Мортемор. Она снималась в «Гарри Поттере и тайная комната». Играла мадам Ирму Пинс. Принц или Пинс, по-моему. Что-то в этом роде. И, конечно же, в «Игре престолов» она тоже была. Да, поэтому я ей отправила. Так, на обратно ничего. Слушайте, ну давайте разбираться. Best. И такая тишина, да. Я бы вот подумала, что это best wishes, но... Может быть, это и best wishes, ну. Так. Я вижу, ты only on чего-то там star. Ну, это, наверное, star. Что-то ты какая-то звезда. Не поймешь, не разберешь. Так, давайте. А если вот так вот поднести, вам будет видно? В общем-то, давайте, помогайте мне разобрать, особенно вот это вот слово. Ну, тут 100% звезда, скорее всего. Я думаю, что это very, а может и нет. А, only, я говорила. Но, нет, на only тоже не похоже. Вот у нее о написано. Короче... Не поймешь, что хотела написать. Но я думаю, что вы разберетесь. Официально прошу вашей помощи. Какие варианты, что она здесь написала. Ну и вот это, да. Вот это слово тоже непонятно, что это. His
Ну, это не выше, это точно. Ладно, ну хоть Джулия написала. Ну, интересно, да, подписалась так, что не разобрать. Собственно, то, что я вам назвала фильмографию, то я и смотрела. Остальное больше ничего себе не смотрела. Вот. Ну и выбрала вот такую вот фотографию. Вы знаете, я даже довольна, что она написала ручкой, не будет стираться, ничего портится, поэтому вот только что она написала, это да, загадка. Так, что по обратным расходам? Ну, уже говорила, что это моя Марочка. Вот, отправила одну фотографию. Вот, ну, я думаю, что вы мне напишите, что же она пыталась до меня донести. Вот, а адрес брошу в описании под видео, это будет адрес агентства. Вот, ну, вы как хотите, пишите или не пишите ей. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал, заходите в группу. Всем пока!